Традиционно в честь Международного дня трудящихся на Красной площади в Москве проводится большой военный парад. Но этот готовился по-особому. Сталин хочет произвести на немцев сильное впечатление. Разведка докладывает ему о неизбежности нападения, но ему трудно поверить в то, что Гитлер осмелится нарушить советско-германский пакт о ненападении так скоро. Немцы присутствуют на параде. И, кажется, маршал Тимошенко, народный комиссар обороны Сталина, приветствует их с большим уважением. Вот теперь уже можем не скрывать нашей дружбы с Гитлером. Да мы и не скрываем. Мы должны...